Добрый день! Сегодня мы обратимся, пожалуй, к центральнейшей проблеме курса методики обучения иностранному языку, а именно к проблеме урока иностранного языка и особенностям его организации. Особо говорюсь, что в этой лекции речь пойдет о традиционном офлайн-занятии, поскольку особенности проведения онлайн-урока могут составить предмет отдельного обсуждения. Урок пока еще сохраняет статус основной формы организации учебного процесса. Я говорю пока еще, так как сейчас все чаще высказываются мнения о недостаточной эффективности классноурочной системы, о том, что это устаревший формат, необходимо разрабатывать новую модель организации учебного процесса, которая в большей бы степени соответствовала э, дифференциации, индивидуализации, опиралась бы на учебную автономию, проектную методику и прочее. Кстати говоря, в некоторых странах уже действительно произошел отказ от традиционной классно-урочной системы, к которой мы привыкли. Ну, например, в Финляндии, где, конечно, уроки как таковые существуют, но проходят несколько иначе. И под уроком понимается немного другое, чем в традиционной системе. Но все же в подавляющем большинстве стран урок остается и в ближайшем будущем пока останется основной единицей учебно-воспитательного процесса. Урок является комплексным феноменом, обладающим всеми свойствами целого, то есть всего учебного процесса. Каждый урок это ступень на пути к достижению общих целей обучения. Урок должен и обучать, и воспитывать, и развивать. В уроке реализуются все или большинство принципов обучения. Урок должен отличаться разнообразием форм, приемов обучения, строиться с использованием основных и вспомогательных средств обучения. А костяк урока составляет определенным образом организованная система упражнений. То есть, как видите, в каждом уроке реализуются практически все элементы методической системы о которых я рассказывал в прошлых лекциях. Ну и таким образом отдельный урок является одновременно и звеном в цепи занятий в рамках какой-то темы, но и также наряду с этим относительно завершенным методическим элементом и комплексным блоком. Соответственно, урок должен иметь как внешнюю, так и внутреннюю логику. Об этом мы еще чуть позже поговорим в этой лекции. Ну а сейчас обобщим основные характеристики урока, опираясь на исследования отечественных и зарубежных методистов. Исаак Давыдович Салистра отмечает Следующие характеристики ⁇ это практическая или речевая направленность урока. Имеется в виду речевая активность учащихся. Главное ⁇ это не сообщение знаний, а практика общения. На уроке должна создаваться обстановка сотрудничества, сотворчества, взаимодействия между учителем и учащимися и между самими учащимися. Задача учителя состоит в том, чтобы, управляя усвоением языкового и речевого материала, выводить учащихся во владение стратегиями общения на изучаемом языке. Комплексный характер урока. Эта характеристика означает следующее. Во-первых, имеется в виду интегрированный характер овладения языковыми средствами и речевой деятельностью. Мы не можем один урок посвятить чисто лексике, второй чисто грамматике, на третьем работать только над чтением, потом только над письмом. Все это должно осваиваться в единстве, в совокупности. Хотя, безусловно, на каждом уроке расставляются свои учебные акценты. То есть, каким-то умениям или навыкам мы уделяем большее внимание. Но даже и в этом случае Например, когда акцент делается на говорение, на устное выражение своего мнения, мы не должны забывать ни про грамматику, ни про произношение, а также привлекать и другие виды речевой деятельности. Во-вторых, в рамках урока взаимодействуют разные виды и формы работы. Ну и, наконец, каждый урок является очередным шагом, продвигающим нас к овладению коммуникативной компетенцией, которая сама по себе является комплексной целью, состоящей из языковой, речевой, социокультурной и прочих компетенций. Кроме того, урок должен иметь развивающие и воспитательные задачи. Речевая активность учащихся. Увеличить долю речевой активности возможно за счет взаимодействия разных видов речевой деятельности в рамках урока, о чем я, собственно, только что сказал. Опора на родной язык. Я уже говорил в предыдущих лекциях о существующих разногласиях среди методистов относительно роли родного языка. И, как я отмечал, общение учителя с учениками должно происходить на иностранном языке от и до, но это ничуть не противоречит принципу опоры на родной язык. Прежде всего имеется в виду необходимость использовать положительный перенос, лингвистическое и социокультурное сопоставление и сравнение. Кроме того, наиболее сложные правила должны объясняться на родном языке. Ну и, наконец, доминирующая роль отводится не сообщению знаний, а тренировке в употреблении языкового материала. Елена Николаевна Соловова предлагает следующие характеристики. Это индивидуализация, то есть учет индивидуальных особенностей учащихся группы. При этом должен происходить отбор наиболее актуальных проблем, обеспечение возможности выразить свое мнение для каждого ученика, использовать жизненный опыт учащихся, использовать индивидуальные домашние задания, учитывать социальный статус разных учеников, учитывать реальный уровень обученности, выбирать дополнительные средства обучения и использовать разные режимы и формы работы. Речевая направленность ⁇ это примерно то же самое, что мы видели у солистры. Ситуативность. Должны быть использованы условные ситуации, проблемные ситуация общения. Следует избегать не ситуативных заданий, ну, например, таких заданий, как, скажем, расскажите тему Берлин или Лондон. Ну, в какой ситуации школьник будет рассказывать такую так называемую тему. Функциональность. Задания на уроке должны быть направлены на реализацию функций общения, на коммуникативные задачи. Новизна. Это новые ситуации, новые речевые задачи, новые роли, собеседники, новые формы общения. Обратимся к характеристикам урока в исследованиях зарубежных методистов. В европейских исследованиях выделяют общедидактические требования к организации урока и частно-методические принципы также организации урока иностранного языка. Гилберт Майер описывает следующие характеристики так называемого «хорошего урока». Это четкое структурирование урока. Учащимся должно быть легко проследить логику урока. Они должны понимать, что и как им следует делать на том или ином этапе. Высокая доля учебной работы. Время занятия должно полностью использоваться для учебного процесса, а не для посторонних вещей. Мотивирующая учебную деятельность атмосфера урока. То есть ученики мотивированы активно работать на уроке, атмосфера урока всегда дружелюбная. Содержательная ясность. Ученики понимают, какая тема и проблема находится в центре внимания на данном уроке. Содержательное общение на уроке, то есть взаимодействие должно быть основано на учебных ситуациях проблемного характера, где ученики имеют возможность проявить в учебном общении свои знания, свой опыт, сообщить что-то важное, полезное для дальнейшей работы. Разнообразие приемов и методов работы, об этом мы уже говорили. Индивидуальный подход. Учитель принимает во внимание индивидуальные особенности своих учащихся и с учетом этого поддерживает активность каждого отдельного ученика. Следующая характеристика названа в оригинальном первоисточнике как «intelligentes üben». В нашей методике известен принцип доступности и посильности, но, на мой взгляд, эту характеристику еще можно назвать как смарт-подход. То есть предлагаемые задания должны мотивировать учеников быть интересными для них, учитывать индивидуальные особенности, но в то же время ориентировать их на преодоление посильных для каждого из них трудностей с тем учетом, что у учеников разные способности. То есть система заданий, используемая на уроке, должна отвечать вот этому так называемому смарт-принципу. Не может быть единой и неизменной для всех. Она должна быть гибкой, уметь подстраиваться под каждого ученика, ну, точно так же, как смарт-технологии подстраиваются под особенности своих пользователей. Далее, ясные требования к результатам и справедливое оценивание. Ученики должны четко представлять, что именно от них ожидается и по каким критериям оценивается. Наличие образовательной среды, ориентированной на внешние условия. Она заключается и в моделировании проблемных ситуаций, подготавливающих учеников к реальной коммуникации, и в использовании вспомогательных средств, повышающих эффективность учебной деятельности. Рассмотрим принципы эффективного урока в соответствии с рекомендациями Род Эллис. Итак, на уроке должны э, учащиеся овладевать как обширным репертуаром языковых средств выразительности, так и э, грамматическими навыками. Основное внимание учеников должно быть сосредоточено на значении высказывания, э, но формальная структура также не должна оставаться без внимания. Ученики должны овладевать знаниями о языке преимущественно имплицитно, а ведущая роль принадлежит эксплицитному знанию, то есть тому, что может быть описано с помощью языка. Урок должен обеспечивать возможность индивидуальных образовательных маршрутов. Ученики должны иметь возможность контактировать с изучаемым языком и его носителями в аутентичных ситуациях. Ученики должны иметь возможность самовыражения средствами изучаемого языка. Возможность интеракции, то есть взаимодействия на иностранном языке, что, собственно, является основной предпосылкой его освоения. Необходимо также принимать во внимание, что все ученики разные, и объективный контроль прогресса в изучении иностранного языка основан на оценивании как управляемого, так и свободного высказывания. Теперь Рассмотрим урок иностранного языка в содержательно-структурном плане. Следует оговориться, что существуют разные модели урока иностранного языка, в зависимости от которых структура будет меняться. В этой лекции я остановлюсь на трех основных моделях традиционного, то есть очного урока, где не используется онлайн-режим или же смешанное обучение. И начну я с так называемой линейной модели, которая представлена в работах Джереми Хармера. Структура урока в соответствии с этой моделью включает в себя следующие этапы. Это организационный момент, постановка цели, ознакомление, тренировка, речевая практика, обобщение, контроль, рефлексия и домашнее задание. В более развернутом и подробном виде эта модель представлена в немецких методических исследованиях и включает в себя вот эти этапы, которые вы сейчас видите на слайде. Это Опять же, мотивационный э, этап, где актуализируются предшествующие знания, мы осуществляем ввод в тему, э, формируем представление об ожидаемом результате. Этап ознакомления, где происходит презентация нового э, материала на основе либо сообщений учителя, либо текста, видео и тому подобное. Этап семантизации, где определяются значения лексических э, или же э, грамматических единиц. Э, введение в систематизацию, где э, выявляются или представляются языковые структуры в таком виде, который позволит в дальнейшем обнаружить закономерности. И часто э, на этом э, этапе используется управляемая э, вопросами учителя учебная беседа. Этап систематизации э, – это определение и фиксация какой-либо закономерности, то есть там, порядка слов, спряжения и тому подобное. Этап закрепления понимания, так называемый Verständnis. Закрепление понимания текста на языковом и содержательном уровне, например, через графическое представление, устное обобщение, закрепление понимания правила, например, с помощью переформулирования. Далее идет контроль понимания на основе, например, заполнения пропусков, теста и тому подобное. Репродуктивная тренировка. С целью автоматизации навыка на основе упражнений закрытого типа. Репродуктивно-продуктивное или убен, то есть частично-продуктивная тренировка. Здесь мы выполняем упражнения условно-коммуникативного типа. Это является продолжением тренировки в рамках заданной коммуникативной ситуации. Далее мы переходим к речевой практике, то есть коммуникативному использованию изученного материала. Этап трансфера, то есть перенос развиваемого умения в новые коммуникативные условия, для того, чтобы сформированное умение получило гибкость, чтобы оно не было не стало, скажем так, привязанным только лишь к какой-то конкретной ситуации, где мы сформировали это умение, да, для того, чтобы оно стало более гибким, и учащийся смог его применить и в других ситуациях. Ну и, наконец, этап оценивания и рефлексии. Здесь происходит оценивание работы со стороны учителя, рефлексия учебного и содержательного характера со стороны самого учащегося. Итак, еще раз, как вы видите, это достаточно уже подробный и развернутый вид организации занятия. Безусловно, далеко не все названные здесь этапы обязательны для каждого урока. Еще раз напомню, что основными этапами все-таки являются этапы ознакомления, тренировки и этап речевой практики, ну а также заключительный этап. Безусловно, начинаться урок всегда должен с мотивационного этапа, этапа целеполагания. Ну что ж, обратимся теперь к именно к основным этапам урока и э, рассмотрим в частности подробнее их особенности. И начать следует с э, самого первого и одного, пожалуй, из самых сложных этапов. Это э, этап мотивации и целеполагания. Прежде всего, пожалуй, еще даже до цели полагания, необходимо предъявить тему ученикам так, чтобы они почувствовали интерес к обсуждаемому предмету. Ну, например, не просто сказать, что сегодня мы говорим о животных, а предложить какую-то загадку или интеллектуальную задачу, которую будет интересно решать ученикам, и из решения которой они смогут лучше осмыслить тему. В одной из предыдущих лекций, где речь шла об активизирующих способах организации работы, я уже показывал пример, как можно представить тему в мотивирующем ключе. Ну вот давайте сейчас еще раз это вспомним и снова проанализируем. Schreibe ich mal ein tolles Wort an die Tafel. Wer weiß, was das heißt? Das Haustier. Das Haustier. Was ist das? Wer weiß, was ein Haustier ist? So? Wisst ihr vielleicht, was das ist? Das ist zum Beispiel ein Hund. Und das ist vielleicht eine Katze. So, was ist denn wahrscheinlich ein Haustier? Hm? Ja, Animals. Richtig. Ein Maisch, das sind also Haustiere. Ein Hund und eine Katze. Also worüber werden wir heute sprechen? Anthony Die, Die Haustier. Haustiere. Das Die Haustiere. Haustiere, ja. Dafür schlagen wir jetzt bitte unsere Bücher auf. Seite 36 alle. Schreibt man... Ja, gut. So, Bild 1. Was könnte das sein? Elefant. Der Elefant. Ein Elefant, richtig. Das könnte ein Elefant sein. Das könnte sein. Okay, und Bild 2? <laughs> ein Hase oder ein Kaninchen. Ja, könnte sein. Und Nummer 3? Bild 3. Bild 3. Ja, für sich. was könnte das sein? Der hm? Pinguin. Nummer 3? Der Pinguin. Der Pinguin. Das könnte ein Pinguin sein. Gut, das könnte ein Pinguin sein. Warum? Weil er schon blau ist. Gut, ja.

Ученики обнаружили родовидовые отношения между словами, то есть на основе названий отдельных животных они определили, что речь на этом уроке пойдет о домашних животных. А дальше было еще одно мотивирующее задание, загадка. По глазам животного надо было угадать, что за животное здесь представлено и назвать его. То есть создан познавательный интерес. И вот такое мотивирующее знакомство с темой должно перейти в определение цели и задач урока. И здесь я хотел бы обратить ваше внимание на то, что не следует путать определение темы с целеполаганием. Сейчас наши ученики поняли, о чем мы будем говорить на уроке, но это еще не значит, что они имеют полное представление о задачах. Следует отметить один важный нюанс. Необходимо различать цель и задачи со стороны учителя и задачи со стороны учащихся. Предлагаю проанализировать. Это различие на основе следующей схемы. Итак, еще раз, существует как минимум два представления о цели. Со стороны учителя и со стороны ученика. Я говорю как минимум, потому что можно также отдельно рассмотреть представление о цели со стороны родителей, администрации, школы, общества государства и тому подобное. Но сейчас мы не будем на них останавливаться, а ограничимся двумя основными субъектами учебного процесса, то есть учителем и учащимся. Переходя к перспективе учителя, мы видим, что здесь цель также существует в двух представлениях. То, как она зафиксирована в конспекте урока, то есть цель для учителя – и то, как она предъявлена учащимся. В первом случае цель подробно расписывается в виде элементов формируемой компетенции и развиваемых универсальных учебных умений. О таком представлении цели я говорил в лекции, которая была посвящена целям обучения. И давайте еще раз вспомним об этом. Итак, вот перед вами... Сейчас общая коммуникативная цель урока немецкого языка, проводимого в третьем классе и посвященного временам года. Вот она здесь выделена. Эта общая цель делится на задачи, вот эти задачи, которые должны быть решены во время урока и которые формулируются в соответствии с составом иноязычной коммуникативной компетенции. К этому уроку мы обратимся, кстати говоря, в следующей лекции и рассмотрим его полностью в качестве примера. Но, как вы сами понимаете, цель и задача в таком виде – мы не можем сообщить детям. Это требуется прежде всего для самого учителя, чтобы у него сложилось четкое представление о том, что надо сделать на уроке. Чтобы цель, озвученная детям, была мотивирующей и коммуникативной, учитель опирается прежде всего на формулировку глобальной цели. После того, как была определена тема урока, через проблемно-мотивирующее задание, ну, например, как мы это видели в видеофрагменте, Учитель резюмирует задачи в виде коммуникативной цели. Ну, скажем и так, сегодня мы с вами научимся описывать домашних животных. Или, например, сегодня мы с вами научимся рассказывать о разных временах года. Цель, предъявляемая ученикам, должна звучать именно в коммуникативных терминах. Через коммуникативные намерения и стратегии. То есть, что имеется в виду? Например, Научимся рассказывать, описывать, расспрашивать друг друга, писать письма или сообщения в чате и, и прочее. Но ни в коем случае не так. Вот, например, сегодня мы научимся строить предложение с использованием Past Simple. Это ничего не даст ученикам в плане мотивации, поскольку Past Simple это средство, а не цель. Ну что ж, значит, учитель поставил цель перед учениками, но ведь у учеников тоже есть свои представления и ожидания, которые необходимо учесть. И поэтому мы теперь должны обратиться к цели со стороны самих учащихся. Как видите, здесь также возникают два момента. Во-первых, как ученик принял ту цель, которую ему предложил учитель а принял или не принял, понял или не понял, во многом зависит от того, что я уже сказал. Насколько эта цель интересна для ученика, насколько она мотивирует его к общению на иностранном языке. Но ведь у ученика могут быть и свои предпочтения, которые не мог учесть учитель. И вот здесь мы обращаемся ко второму блоку. Итак, целевые ориентиры самого учащегося. В идеале эти ориентиры развиваются в рамках той же общей цели, что названо учителем, но обусловливаются личными предпочтениями и интересами ученика. Это предполагает необходимость достижения некого учебного компромисса между внешним и внутренним целеполаганием. К сожалению, в реальности дело обстоит несколько иначе. Ученики часто ожидают трансляции целей и содержания, естественно, со стороны учителя, занимая при этом несколько ведомую, индифферентную учебную позицию. И это не их вина. Это наша вина. Поскольку мы, как учителя, редко приучаем детей на уроках к ответственному целеполаганию, на основе анализа своих интересов, устремлений. И такая ситуация противоречит развитию способности принимать самостоятельные решения и, собственно, воспитанию ответственности за них. Приобщать к самостоятельной постановке целей учащихся следует с самого начала обучения, учитывая, естественно, при этом... Психолого-педагогическую специфику соответствующего этапа. То есть мы начинаем с краткосрочного целеполагания в игровой форме в начальных классах и уже заканчиваем планированием персонализированной маршрутной карты урочной и внеурочной работы на старшей ступени обучения. В конечном итоге ученик создает собственное представление. О планируемом результате. И эти два представления, то есть со стороны внешнего управления, то есть учителя, и со стороны самого учащегося, должны иметь определенную область совпадения интересов, область компромисса, к которой должны стремиться обе стороны. И именно эта область образует мотивационный аспект цели, играющий принципиальную роль в последующей учебной деятельности. На мой взгляд, есть три возможности актуализации этого мотивационно-целевого аспекта. Первый вариант можно назвать классическим или традиционным. Учитель предлагает учащемуся интересную для него задачу, побуждающую его к иноязычной и познавательно-коммуникативной деятельности, либо создает условия, которые помогают ученику понять ценность поставленной задачи для его жизненных и профессиональных планов. Последнее, кстати, особенно актуально для 10-11 классов в период профориентационного обучения. В этом случае учащийся принимает поставленную учителем цель как личностно значимую. Второй вариант, предполагающий дифференцированный подход, к сожалению, распространен в меньшей степени. Учитель может предложить учащимся выбрать из ряда задач те, что вызывают у них особый интерес, либо трансформировать некоторые задачи, естественно, в рамках консультации с учителем, в соответствии с интересами и уровнем подготовки ученика. Такую ситуацию можно назвать компромиссной. Ну и, наконец, третий вариант ученик сам определяет значимые для него задачи в рамках какой-либо темы, не предусмотренные программой или пособием. Ну, например, создать иноязычный видеосюжет для своего блога. Он обсуждает их с учителем и в итоге представляет свой индивидуальный языковой продукт, то есть результат, за который получает вознаграждение в виде отметки, дополнительных баллов и тому подобное. Таким образом, учитель принимает поставленную учащимся цель как значимую в рамках его индивидуального учебного маршрута. Реализация этого варианта возможна на старшем этапе обучения при высокой степени индивидуализации учебного процесса. Так или иначе, учитель должен стимулировать работу учащихся над целями, приучать своих учеников к индивидуализации цели и э, принятию на себя ответственности за ту индивидуализированную цель, которую ученик ставит перед собой. Также необходимо стремиться к тому, чтобы цель урока формулировалась через деятельность учащихся, в том числе самостоятельную деятельность. Именно поэтому в современной дидактике этот процесс еще называется активным целеполаганием. Приведу несколько примеров с приемами активного целеполагания, которые стимулируют ученика самостоятельно работать над постановкой цели. Итак, активное целеполагание может осуществляться через наводящие вопросы со стороны учителя, через выполнение активного задания, которое выводит на постановку цели. В ходе беседы и высказываний самих учащихся, что им важно знать, уметь в рамках этой темы. В этом случае, особенно если мы только приступаем к изучению темы, учеников можно попросить пролистать в учебнике раздел, который предстоит изучить ознакомиться в просмотровом режиме с предметным содержанием, лексико-грамматическим материалом этого раздела, определить наиболее значимые, интересные и необходимые для ученика элементы содержания, подумать, что еще в рамках данной темы было бы интересно изучить, сформулировать результаты в виде личностно значимых задач на иностранном языке. Ну, например, мне было бы интересно узнать, мне важно уделить особое внимание. Дополнительно я хотел бы и тому подобное. Вот, зафиксировать их, представить и обсудить в классе. Четвертый вариант. Такое задание может быть выполнено и с использованием э, так называемой э, доски пинвант, то есть э, ну, либо магнитной доски, э, либо э, пробковой доски, э, в, когда учащиеся индивидуально или в микрогруппах э, записывают на карточках ожидаемые цели, прикрепляют их к этой доске, э, затем совместно с учителем классифицируют их. Пятый способ – это так называемый прием задом наперед. Учитель предлагает в самом начале темы фрагмент заключительного теста или контрольной работы, на основе которого ученики понимают, что им нужно узнать в рамках этой темы. Ну и, наконец, последнее – это полностью самостоятельная постановка целей, в том числе с использованием индивидуального учебного плана или маршрутной карты изучения темы. Например, Задание может быть таким. Перед вами маршрут изучения новой темы. Обратите внимание на тему уроков, а также на то, что потребуется для успешного освоения содержания раздела и на те знания и умения, которые вы приобретете, изучив эту тему. Сформулируйте собственную цель, что вы планируете узнать нового, чему научиться. И что вам необходимо повторить, чтобы успешно освоить эту тему? Таким образом, мы получаем в результате развитие учебной автономии при самостоятельной формулировке личностно значимых целей. Конечно же, не на каждом уроке требуется проведение такой вот детальнейшей работы над целями. Каждый раз это было бы, наверное, и нецелесообразно делать. Однако больше всего времени мы должны уделять работе с целями в самом начале темы. Приступая к изучению новой темы, мы можем предложить ученикам такой вид работы, как самостоятельная работа с картой целеполагания и планирования. И один из возможных примеров такой карты для старшей школы вы сейчас увидите на экране. На основе этой карты, которая в данном случае, как вы видите, представляет собой таблицу, учащийся должен ознакомиться с предстоящими видами деятельности, которые вот здесь зафиксированы, выбрать, отметить те из них, которые представляют для него особый интерес. Вот в данном столбике это меня особенно интересует. Обычно ученики должны выделить в карте один или два э, вида такой деятельности, которые их э, особенно интересуют. При этом имеется в виду, что выбирая тот или иной вид активности, ученик тем самым берет на себя дополнительные обязательства, э, заключающиеся в необходимости индивидуального вклада. Например, подготовки авторской презентации, аудио- или видеоподкаста, ну и прочее. Помимо этого ученики добавляют несколько индивидуальных целей. Вот они здесь вы видите внизу. Ну, обычно одну-две цели, которые связаны с данной темой, определяют план достижения, ожидаемые результаты. И далее, в ходе учебного процесса, ученики фиксируют достижение общих и индивидуальных задач. Вот здесь вы видите отдельный столбик для этого. Цель достигнута. Осуществляют самооценивание. Вот здесь, в этом столбике. В том числе самооценивание тех результатов, которые получены в соответствии с дополнительными обязательствами. И в конце темы учитель просматривает данные карты, проводит консультации и вносит в карты рекомендации. Конечно, для удобства такие карты лучше делать в электронном виде. Как видите, в списке, вот в этом примере, приведены речевые и социокультурные задачи. Их необходимо расширить языковыми задачами в зависимости от тех структур и языковых явлений, которые будут изучаться в этой теме. Кроме того, ряд задач можно предложить на выбор учащегося. Я специально уделил так много времени этапу целеполагания, поскольку, как я уже сказал, это одно из проблемных звеньев современных уроков. Очень часто регулятивные умения учеников вообще никак не развиваются. А в результате наши школьники выходят во взрослую жизнь, не зная, как оценивать свои возможности и ставить перед собой реальные цели, как планировать их достижения, как осуществлять контроль реализации поставленных задач и тому подобное. Ну что ж, теперь обратимся к особенностям других этапов урока, как можно было заметить, в целом эти этапы соотносятся с типологией упражнений, которую мы рассматривали в прошлой лекции. Ну, например, этап ознакомления ⁇ это ознакомительные упражнения. Этап тренировки ⁇ это репродуктивные и частично продуктивные, то есть репродуктивно-продуктивные упражнения. Этап речевой практики ⁇ это коммуникативные упражнения. Перечень этапов носит ориентировочный характер и во многом зависит от типа урока. О типологии мы поговорим еще чуть позже в этой лекции. Также перечень этапов или этапы, которые используются на конкретном уроке, зависят, собственно, от задач этого конкретного урока. Ну и, наконец, от модели урока. А я напомню, что мы пока еще разбираем линейную модель. Иногда логика урока вызывает необходимость объединения нескольких этапов или их повторения на протяжении урока. Ну, например, этап ознакомление или по-другому этап презентации может включать в себя этап семантизации, особенно если происходит ознакомление с каким-то социокультурным или страноведческим материалом на основе текста и при этом используется беспереводная семантизация. Часто на моих лекциях и семинарах возникает вопрос о том, как различить этапы подведения к систематизации и саму систематизацию. Ну, если, конечно, эти этапы присутствуют на уроке. Предлагаю вам наглядную демонстрацию этих этапов на основе видеофрагмента урока немецкого языка как иностранного в одном из учебных центров Гёте института в Нью-Дели. Этот урок для начального уровня, то есть А1, он посвящен формированию умения задавать вопросы с вопросительным словом и без вопросительного слова о предпочтениях и интересах, а также умению отвечать на такие вопросы. После вводного этапа и этапа семантизации, то есть после работы над соответствующей лексикой, после соотнесения вопросов и возможных ответов для понимания их значения, Необходимо детально разобрать структуру вопроса и ответа, то есть порядок слов и возможности его варьирования и закрепить это в виде правила. Вот в этот момент и начинается подведение учащихся к систематизации. Давайте посмотрим. Können Sie bitte diese Fragen hier schreiben? Ja. Ja. Zum Beispiel, ich schreibe hier eine Frage bitte. Woher kommen Sie? Woher kommen Sie? Okay. Woher? Woher? Kommen. 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 Okay. Können Sie hierher kommen und ja. Das schreiben? Ja. Richtig? Ja. Alles richtig? Ja. Okay, danke. Äh, Sie haben Frage Nummer 5. Ja, eine Person schreibt Frage Nummer 5 hier. Sind Sie denn nicht? Gut. Schön, dass gut Danke. Okay, ich brauche noch eine Person hier die hier das Verb markiert. Wer kann hier Verben markieren? Ich bin. Ja, kommen Sie. So, markieren Sie das Verb. Nur das Verb. Sehr gut. Okay. Und ich brauche noch eine Person, die hier die Antworten schreibt. Okay. Zu diesen Personen. Zu diesen Fragen, Entschuldigung. Renu? Okay. Und? 20? Okay. Karl Groß oder Klein? Klein. Klein? Klein. 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 Ist das Klein? Klein. Okay, gut. Was fehlt hier? Ein N fehlt hier. Ja. Sehr gut. Und noch etwas fehlt hier. Ein, ja, ein Punkt. Ein Punkt. Punkt. Ja. Sehr gut. Manzi? Jetzt ist es vielleicht kleiner. Ist das die Antwort? Nein, nein. Das ist nicht ja, die Antwort? Film, nein, nein. Ja, ich ja, ich ja, ich ja, ich bin. Ja, ich bin. Klein. Ja, ich bin. Ja, ich ja. bin ja. Punkt. Punkt. Ja, bitte? Ja. I. Lauter, lauter. Ja, ja. Ich, ich, ich bin ich. Ich. Was ist hier falsch? Ich Ich. ich I, I, i klein. i klein. i klein. Sehr gut. i i sch i i klein. I. Ist das jetzt richtig? Ja. Okay, vielen Dank.

И такое наглядное структурирование позволяет ученикам обратить внимание на то, как меняется позиция глагола в зависимости от типа предложения. Это и есть введение в систематизацию. Мы акцентируем внимание учеников на изучаемом явлении. А дальше мы обобщаем это явление в виде правила. Это уже собственная систематизация. Давайте посмотрим. Ja. Okay. Was für eine Frage ist -Frage. das? B-Frage. B-Frage. Aha. Okay. Und wo kommt das Verb? Zwei, Weh zwei, 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 zwei Position. 2. Position. Position ja. ja. Auf Position 2. Und was ist das? ja nein Frage. ja nein Ja-Nein-Frage. Warum ist das Ja-Nein-Frage? Äh. Wort. Verb ist. Verb ist. Eins ein, ein, ein. Aha. Das Verb ist Posito auf Position 1. Ein. und ja, 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 ja. ja, ich weiß. ja? Okay. Sie haben die Regel im Buch auf Seite 8. Ja, hier auf Seite 8. Hier ist die Regel, aber die Regel ist nicht komplett. Bitte machen Sie die Regel komplett, ja? Schreiben Sie hier die fehlenden Wörter, ja?

Sehen Sie, das hier, die erste ist eine Sehfrage. Ja? Suchen Sie das selbst, wo ist die Position? Zwei. Sehr gut. Ja? Dann schreiben Sie das hier. Sehen Sie jetzt die Ja-Nein-Frage? Eins. Mhm. Sehr gut. Ja? Die Antwort ist? Was ist die Antwort? Ich. Nein, was ist die Antwort? Ja. ja, oder? Nein. Ja, sehr gut. Sie sind Sie fertig? Ja. Sind Sie fertig? Ja. ja. Wir, wir sind, wir sind wir fertig. Aha, und was für eine Frage ist das? Sind Sie fertig? Ja, nein. Sehr gut. Das ist eine Ja-Nein-Frage. Думаю, вы заметили, что систематизация в данном примере выражалась не просто в изучении правила. Учитель помогла ученикам самостоятельно обнаружить это правило, а в учебнике оно было представлено с пропусками, которые ученики должны были заполнить самостоятельно, опираясь на свой собственный анализ. То есть в этом случае правило вводилось индуктивно с подключением активной интеллектуальной деятельности самих учеников. Одним из главных требований к современному уроку является обеспечение активной самостоятельной работы учащихся на занятии, доля которой должна составлять от 60 до 70% от всего времени урока. Реализовать это требование возможно практически на любом этапе занятия за счет вот, следующих условий, которые вы видите на экране. Как мы уже с вами обсудили, это активное целеполагание, это активизирующие формы приема и методы организации работы учащихся, это интерактивные виды деятельности, дифференциация и активная рефлексия. Обратимся к активизирующим способам организации работы. Я подробно разбирал их в одной из предыдущих лекций, поэтому сейчас я только лишь напомню вам основные из них. Вы их видите на слайде. Приходится, однако, констатировать, что в реальном учебном процессе многие учителя очень неохотно переходят от доминирующих фронтальных форм работы к парным, групповым формам с использованием вот, названных здесь приемов и методов, предполагающих самостоятельную активность, взаимоконтроль и взаимооценивание. Проблемы с их активным внедрением в практику обусловлены, видимо, тремя причинами – во-первых, названные активизирующие способы требуют значительно больших временных затрат на уроки, чем их традиционные фронтальные аналоги. Ну и действительно, фронтальные формы работы позволяют быстрее прорабатывать упражнения, в основном тренировочные, условно-коммуникативные, под контролем учителя. Однако в этом и скрывается их недостаток. В погоне за выхолощенной, скажем так, дистиллированной речью учащихся теряется мотивация, утрачивается чувство живого языка, не удовлетворяется потребность самостоятельной деятельности, автономной коммуникации. Возможно, не следует бояться предоставлять ученикам больше самостоятельности, а вместе с этим и больше ответственности. Так ли страшно, что ученики перестанут быть застрахованными от всех ошибок, но вместе с тем начнут и больше учиться на ошибках, а также приобретут живой интерес к разным видам взаимодействия на языке. Вторая причина заключается в том, что самому преподавателю требуется много времени на подготовку и последующую обработку и анализ результатов. В данном случае учитель уже должен сам для себя решить, что для него важнее. Трудозатратный, но интересный для всех урок, или же обыденный не мотивирующие с набором однотипных упражнений и выходом в формальные высказывания. Наконец, еще третья причина это несоответствие названных методов формату ЕГЭ. В этом мне видится противоречие нашей образовательной системы. У нас есть декларативные заявления о необходимости развития личностного потенциала, универсальных мыслительных операций и действий. И вот эти декларативные заявления, к сожалению, слабо согласуются с форматом итогового контроля, где проверяется несколько иное. В результате документально мы имеем благие пожелания, а реально формализованную подготовку к тестам особенно на старшем этапе с учетом этого я вот например даже рад что отменили обязательно егэ по иностранному языку в той формальной тестовой форме в которой он сейчас существует он мне кажется принес бы больше вреда не поймите меня неправильно, я э, за использование тестов в иностранном языке. Действительно, это объективный инструмент количественного контроля. Э, но вот только итоговый контроль не может быть исключительно формально количественным. Перейдем к следующему пункту повышению интерактивности урока. Одним из существенных достижений методической науки в последние годы является обоснование положения о том, что от отдельных видов речевой деятельности следует переходить к более комплексным видам коммуникативной деятельности, а именно интеракции, то есть речевому взаимодействию и медиации, то есть языковому и социокультурному посредничеству. Это позволяет значительно усилить ориентацию обучения на развитие социальной компетенции и формирование универсальных коммуникативных действий. Так, например, овладение диалогической или полилогической речью должно в большей степени, чем раньше, ориентироваться на развитие умений спонтанного взаимодействия через разыгрывание диалогов на основе схем моделей, ролевых карточек перехода от управляемой беседы к дискуссии. Проблема в том, что выход в интеракцию на занятиях часто не происходит. Заранее написанные и прочитанные с листа или заученные диалоги или высказывания не соотносятся с реальной коммуникацией и могут рассматриваться скорее как условно-коммуникативные задания. Преимущество работы, например, с ролевыми карточками заключается в том, что коммуниканты не составляют диалог заранее. Каждый обдумывает свои реплики и прогнозирует возможные ответы собеседника самостоятельно, в соответствии с описанными в карточке коммуникативными задачами. То есть примерно так, как мы это делаем в реальной жизни. Мы же заранее продумываем собственные слова, которые мы скажем своему, своему собеседнику. Мы ожидаем определенной реакции и тому подобное. И уже после самостоятельной подготовки учащиеся разыгрывают диалог, который таким образом обладает значительной долей спонтанности и служит действительно наглядной моделью реального взаимодействия. Отдельное внимание должно уделяться и разным видам медиации. Передача основного содержания и смысла, по-немецки это называется «Sinngemesse обзором, особенно в презентации результатов проектной работы, коммуникативному посредничеству в ролевых и деловых играх, так называемой текстуализации интенции, это термин Латышева, и другие виды. А в классах филологического профиля также особое внимание следует уделять целенаправленному формированию умений письменного и устного последовательного перевода. При этом, опять же, важно, чтобы те или иные виды медиации отрабатывались в моделях реальных ситуаций, побуждающих коммуникативный интерес учащихся. Примеры таких ситуаций и конкретные задания, направленные на развитие умений языкового посредничества, представлены в пособии, которые вы видите на слайде. Эта книга имеется в свободном доступе на сайте электронной библиотеки и e Library. Обратимся к проблеме дифференциации учебного процесса во время урока. Давно известно, что не существует единой учебно-познавательной модели действий, применимой для всех учащихся. Познавательные процессы индивидуальны. В контексте дифференциации речь идет обычно о формировании групп учащихся с близкими познавательными интересами и способностями. Различают следующие области реализации дифференцированного обучения. Дифференциация по целям и задачам, то есть конкретизация задач урока каждым учащимся в зависимости от его интересов и способностей, ну, о чем уже э, шла речь. Содержание и уровень сложности также могут стать э, объектами дифференциации. Например, группа учащихся самостоятельно выбирает текст определенного уровня сложности для дальнейшей работы. Для трудных текстов предоставляется больше времени или же они могут быть меньше по объему. Э -э, дифференциация по э -э, формам и методам работы Например, работая с кинофрагментом, ученики могут самостоятельно выбрать как форму своей дальнейшей работы, то есть индивидуальную, парную или групповую, так и способ работы. Ну, например, языковой анализ фрагмента, разыгрывание диалога из фильма с возможными модификациями и тому подобное. Ну и кроме того, они могут также самостоятельно определить конечный речевой продукт. То есть могут выбрать вид презентации результатов работы. Это может быть, например, электронная презентация, инсценировка, подкаст, постер, путеводитель и тому подобное. Перейдем к анализу способов активной рефлексии в конце занятия. Непонимание специфики этого этапа приводит к двум основным ошибкам: либо активная рефлексия подменяется традиционным обобщением самого учителя, который резюмирует содержание урока, либо рефлексия носит формальный характер. Ну, например, задается вопрос, был ли урок интересным или нет, какие задания больше всего понравились и тому подобное, что никак не связано с действиями самооценивания. Существует целая серия приемов рефлексии. И мне бы сейчас хотелось остановиться на двух способах, которые, на мой взгляд, наиболее оптимальны в плане временных затрат и активизации необходимого спектра рефлексивных действий. Оба способа... Можно реализовать как в индивидуальном режиме с использованием рефлексивных карт. Вот, кстати говоря, вы один из вариантов рефлексивной карты видите сейчас на экране. Ну, так и, если позволяет время, в формате мини-дискуссии в пленуме с использованием интерактивной или магнитной доски. Итак, собственно, первый способ, как я уже сказал, это самооценивание на основе рефлексивных вопросов в виде таблицы, заполняя которую каждое занятие ученик может отслеживать свой прогресс. Таблицу рекомендуется заполнять на изучаемом языке, и учитель должен периодически ее просматривать. Второй способ ⁇ это так называемая рамочная конструкция или реприза. То есть в конце занятия следует вернуться к поставленным в начале урока задачам и оценить их достижение. Учитель еще раз предлагает ученикам просмотреть список задач, и напротив этих задач ученик ставит какой-то оценочный знак. Он это делает, например, в тех же самых рефлексивных картах или даже на доске. Ну, например, знак плюс означает, что эту задачу мне удалось выполнить в полной мере. Плюс-минус там, задача частично э, решена или остается ряд нерешенных вопросов. Э, или же там, например, галочка, при, то есть означает она при выполнении этой задачи, возникло множество трудностей. Ну и, наконец, минус. То есть задача не была э, выполнена. И вот результаты подобной рефлексии помогают понять и ученикам, и учителю, какой э, материал был освоен эффективно, а чему следует еще в дальнейшем уделить дополнительное внимание. Обратимся к дифференцированному домашнему заданию. К сожалению, в большинстве случаев принципы дифференциации и индивидуализации в реальном обучении не распространяются на домашнее задание, что неправомерно. С учетом специфики предмета иностранный язык можно дифференцировать или индивидуализировать задание по принципу доминирования того или иного вида речевой деятельности. Ученик может выбрать, например, чтение текста с выполнением ряда заданий, написание статьи, подготовку доклада презентации, аудио-видео подкаста и тому подобное. При этом должно действовать правило вариативности. Если ученик выбрал задание, где доминирующую роль играет чтение, в следующий раз ему необходимо выбрать задание с другим доминирующим видом речевой деятельности. Если же ученик вновь проявит интерес к чтению, то он может взять это задание в качестве дополнительного и, например, получить за это э, некие э, дополнительные бонусные э, баллы. Ну, например, при наличии бально-рейтинговой системы в старших классах школы. Трудность, и прежде всего трудность для учителя, заключается в том, что дифференцированное домашнее задание в большинстве случаев вызывает необходимость дифференциации следующего занятия, поскольку домашняя работа должна логично переходить в классную урочную Конечно, это потребует от учителя дополнительного времени для подготовки занятия. Однако с точки зрения организации урока по ФГОС, по нашим новым стандартам, последовательную дифференциацию следует рассматривать как несомненное преимущество. Кроме того, это дает возможность активно использовать метод так называемых вихревых групп. То есть ученики, выполнявшие разные задания, объединяются в одну группу, происходит взаимопроверка выполнения, совместный анализ и готовится общая презентация материалов по данной теме. Мы рассмотрели специфику классической линейной модели занятия по Хармеру. Вкратце остановимся на двух других, так называемой модели бумеранга и циклической модели. Особой моделью занятия является модель бумеранга. Возникла эта модель в результате исследований успешности и эффективности процессов усвоения нового материала, в такой модели учебный процесс уподобляется, хотя и очень условно, естественному общению в детстве или обучению с погружением в языковую среду. Так вот, при использовании бумеранга в самом начале урока создаются ситуации, которые побуждают учащихся использовать новую структуру, которую им предстоит усвоить, чтобы затем задуматься и проанализировать, как эта структура работает формируется. То есть ученики должны осознать на основе практического, эмпирического опыта э, специфику употребления той или иной структуры еще до ее анализа. И только затем проанализировать ее образование. Такая процедура называется упреждающим или предваряющим использованием. По-немецки этот термин звучит «vorwegnehmender gebrauch». Посмотрим, как выглядит, собственно, модель такого урока. Как вы видите, уже после вводного этапа мы переходим к применению. Однако не в классическом формате речевой практики, а в виде того самого упреждающего использования. Как правило, это условно-коммуникативное задание, которое выполняется на основе заданных фраз-клише или образцов. То есть ученики как бы пробуют на вкус ту или иную структуру, включенную в живую ситуацию. При этом, очевидно, у них могут возникнуть определенные трудности, они могут допустить ошибки. И вот эти трудности и ошибки как раз должны послужить еще большим стимулом для дальнейшего анализа и проработки. Сейчас я предлагаю посмотреть вам ä, видеофрагмент занятия, где реализуется упреждающее использование и ä, делается это в соответствии с описанной моделью бумеранга. мне Gut, heute sammeln wir Autogramme. Okay? okay. Äh, Autogramm, was ist ein Autogramm? Autogramm. Ja, Autogramm von? Shahrukh ja? ja? Oder vielleicht ja, Schererei. Sch 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 ja? Von Schauspielern. Sch 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 sehr gut, von Schauspielern. Ja? Aber heute sind ja. sie alle Schauspieler. Ja. Okay? Aber wir stellen zuerst Fragen. Ja? Wenn eine Person Ja sagt, dann? Autogramm bitte. Okay. Gut, aber zuerst lesen wir die Fragen mal laut. Nehmen Sie sich bitte eins und, ja. Sie Sie sich eins und geben Sie weiter. Nehmen Sie sich eins und geben Sie weiter. Nehmen Sie sich eins und geben Sie weiter. Einmal. Gut, wir lesen die Fragen einmal laut. Okay. Ich spreche einmal äh, laut und Sie sprechen nach. Okay. Okay, gut. Wohnst du in Gaziabad? Wohnst du in Gaziabad? Sagen Sie nicht die Antwort bitte. <lacht> <lacht> Noch einmal. Wohnst du in Gaziabad? Wohnst du in Gaziabad? Singst du gern? Singst du gern? Ja, eine Frage, Intonation, ja? Singst du gern? Singst du gern? Hast du einen Hund? Hast du einen Hund? Kannst du vier Sprachen? Kannst du vier Sprachen? Nochmals bitte? Kannst du vier Sprachen? Okay. Hörst du gern Rockmusik? Hörst du gern Rockmusik? Sehr gut. Findest du Deutsch einfach? Findest du Deutsch einfach? Ja. 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 <laughs> okay. Magst du einkaufen? Magst du einkaufen? Einkaufen? Was ist einkaufen? Shoppen. Ja. Shoppen. 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 Super. Super. Trinkst du gern Bier? Trinkst du gern Bier? Okay. Hast du zwei Autos? Hast du zwei Autos? Spielst du gern Cricket? Spielst du gern Cricket? Sehr gut. Kommst du aus Haryana? Kommst du aus Haryana? Nochmals? Kommst du aus Haryana? Sehr gut. Kommst du mit der Metro zum Institut? Kommst du mit der Metro zum Institut? Sehr gut. Danke. Ja? Danke. Bitte. Also, Sie lesen eine Frage laut, ja, Sie stehen auf, Moment, ja, Sie stehen auf, gehen in der Klasse herum und fragen alle Personen, okay? Eine Person sagt ja, dann sagen Sie Autogramm bitte, ja? Ja. Aber eine Person unterschreibt nur einmal, nicht zweimal, okay? Gut, stehen Sie auf.

Zwei Autos. Spieles du gerne Cricket? Ja, nein. Ja. So, kannst du, uh, ja. du viel sprechen? Ja. Okay. Uh, ja. ja, Findest du Deutsch einfach? Ja. Ja. <laughs> nein.

Вы, наверное, поняли, что это фрагмент того же занятия, посвященного формированию умения задавать вопросы с вопросительным словом и без вопросительного слова, и отвечать на такие вопросы. Но это было самое начало урока. Вы видели, что ученики еще до изучения э, структуры применяли ее на практике в жестко заданных смоделированных ситуативных условиях. Это была первичная коммуникативная проба, пока еще даже не в полной степени осознанная. здесь э, важно было ощущение той ситуации, где эта структура используется что создает дополнительную коммуникативную э, мотивацию. Ну и плюс еще э, игровой момент э, за счет э, организации вот той самой игры, э, которая называется Autogram якч, да, то есть по охота, погоня за автографами. До начала э, коммуникативной пробы все предложения были озвучены и преподаватель убедился, что ученики понимают их смысл, даже без детального понимания структуры. Ну и корректно произносит. То есть у учащихся есть точный речевой образец, который надо просто воспроизвести, разыгрывая данную ситуацию. А вот уже после упреждающего использования мы обращаемся к возникшим трудностям, к каким-то ошибкам, то есть переходим к анализу и тренировке. Ну что ж, обратимся теперь к третьей модели. Джереми Хармер обозначает ее как так называемую лоскутную модель. Модель сборная Солянка. В работах немецких методистов она названа циклической моделью. Ее схематическое изображение вы сейчас видите на экране. Такая модель может быть реализована, например, следующим образом. На вводном этапе учащиеся, актуализируют свои предыдущие знания по теме и затем используют их в беседе или при работе с текстом, после чего сосредотачиваются на каком-либо языковом явлении и прорабатывают его. Затем вводится новая языковая структура, чтобы потом применить обе эти структуры, старую и новую при выполнении речевого задания, что уже будет соответствовать этапу речевой практики. После этого учитель мотивирует учеников на знакомство с дополнительными языковыми ресурсами. Такая модель используется обычно в тех случаях, когда есть необходимость в течение одного урока разобрать сразу несколько явлений. При этом этап речевой практики следует стремиться организовать так, чтобы ученики при выполнении речевого задания почувствовали какой-либо дефицит. Ну, например, при выражении мнения или вежливой просьбы, они бы поняли, что им не хватает знания форм сослагательного наклонения. И этот дефицит должен служить мотивом для перехода к новому ознакомлению. До этого момента мы говорили о внутренней логике урока, то есть о системной последовательности и взаимосвязи его этапов. Теперь настало время обратиться к внешней логике построения серии уроков и ответить на вопрос, почему уроки должны выстраиваться в виде системы. Понятно, что хотя урок и является относительно завершенной единицей, он не может быть оторван от предыдущих и от следующих уроков он не может существовать сам по себе и вот поэтому возникла необходимость в системной типологии уроков однако единого мнения среди методистов и даже дидактов по этому вопросу нет все зависит от того на основе какого принципиального критерия мы систематизируем типы занятий в дидактике выделяют следующие типы уроков Первое – уроки изучения нового материала. Второе – уроки формирования знаний, умений, навыков. Третье – уроки обобщения и систематизации. Четвертое – уроки контрольного типа. И пятое – комбинированные уроки. Ефим Израильч-Пасов в своей типологии эм, при систематизации именно уроков иностранного языка основывается на задаче поэтапного развития речевого умения. И таким образом он выделяет три типа уроков. Это уроки формирования лексических, грамматических и произносительных навыков, уроки совершенствования данных навыков и уроки развития речевого умения. Инесса Львовна Бим опирается на два принципа – учет многосложности и многоуровневости процесса овладения иностранным языком и его коммуникативной направленности. При этом задачей каждого урока является формирование не только, собственно, коммуникативной, но и учебно-познавательной мотивации, учебных действий. Таким образом, к первому типу относятся уроки, направленные преимущественно на формирование познавательно-коммуникативной деятельности учащихся. На этих уроках происходит овладение средствами и технологией общения. И ко второму типу относятся уроки, направленные преимущественно на развитие собственной коммуникативной деятельности во всех ее функциях. познавательной, ценностно-ориентационный, регулятивный и с выходом на другие виды деятельности. Структура уроков первого типа соотносится с этапами усвоения, то есть это ознакомление, тренировка, речевая практика. При этом урок данного типа э, может быть ориентирован преимущественно либо на лексический, либо на грамматический материал. А вот второй тип уроков направлен на овладение способами общения. Основной акцент здесь делается на речевой практике, то есть на применении в качестве э, доминанты, как правило, выступает какой-либо вид речевой деятельности, но он должен сочетаться с другими. Салистра выделяет три типа уроков. К первому типу относятся уроки по выработке так называемых первичных умений, это его термин. Здесь осуществляются следующие виды работ. Это повторение пройденного языкового материала с целью подготовки учащихся к восприятию новых языковых фактов. Это объяснение нового материала и это упражнение в узнавании и воспроизведении нового материала. Ко второму типу относятся уроки, направленные на выработку предречевых умений. Здесь мы выполняем упражнения, направленные на комбинирование языковых фактов, соотнесение их с контекстом, формирование навыков и постепенное включение их в так называемые, опять же его термин, вторичные умения, то есть уже собственно умения. Основные здесь задачи это понимать и выражать мысли. Ну и, наконец, третий тип ⁇ это э, выработка э, уже, собственно, речевых умений. И в рамках этих уроков осуществляется перенос внимания с формы высказывания на содержание, понимание и э, выражение э, уже своих собственных мыслей. Предлагаю вам свое собственное обобщение э, названных и рассмотренных типологий. Итак, первым типом я предлагаю считать урок ознакомления с новым материалом. Это может быть лексический, грамматический или социокультурный материал. Э, второй тип ⁇ это урок совершенствования лексических, грамматических и произносительных навыков и их постепенного включения в речевое. Умения. Третий тип ⁇ урок, направленный на развитие коммуникативной деятельности с акцентом на определенном или определенных э, видах речевой деятельности. И четвертый ⁇ это урок контрольного типа, э, где осуществляется количественный и качественный контроль а также взаимо- и самоконтроль. Особняком я предлагаю рассматривать пятый тип уроков. Это урок так называемого открытого типа, который подразумевает использование таких технологий, как работа на станциях, проектная деятельность и тому подобное. Об этом типе урока мы сейчас поговорим более подробно, когда начнем рассматривать зарубежную типологию. Итак, обратимся к зарубежным классификациям, и вашему вниманию я предлагаю краткий обзор некоторых видов уроков, которые представлены в зарубежных исследованиях. Не буду повторять уже названные виды и обращусь к типологиям, которые в меньшей степени свойственны отечественной методике. В европейской методике типы занятий определяются преимущественно в зависимости от формы организации, степени участия учителя и степени творческой активности самих учащихся. То есть в основе типологии лежит активность субъектов образовательного процесса, в отличие от традиционных отечественных типологий, которые ориентированы в большей степени на этапы становления речевого умения. Преимущества и недостатки есть и в том, и в другом случае, я сейчас не буду на них останавливаться. Начну, пожалуй, с того, что за рубежом, как и в отечественной методике, самым традиционным, классическим считается фронтальный урок. Он настолько распространен, и мы уже столько говорили о фронтальной форме работы, что я сейчас не буду подробно ее комментировать, комментировать этот тип урока. Просто посмотрите еще раз его характеристики на этом слайде. Ну а мы идем дальше. Следующий вид урока можно обозначить, если переводить дословно, как задание центристское занятие. Его проектирование опирается на так называемый задание центристский подход task-based language learning. Сущность этого подхода состоит в том, что учащиеся или студенты изучают язык в процессе активизации коммуникативной деятельности, стимулом которой является задание в центре внимания находится именно активность ученика или студента. А задача преподавателя – мотивировать обучающихся с помощью соответствующих заданий, э, мотивировать их к спонтанным экспериментам, творческому и гибкому э, использованию иностранного языка. И в рамках этого подхода Уиллис предложила модель занятия, в которой можно выделить э, вот две основные фазы. Первая, подготовительная, так называемый pre-task, состоит в подробном инструктировании учащихся, актуализации языковых знаний, которые понадобятся для выполнения задания. На этом этапе могут быть предложены для прослушивания и просмотра аудио и видеозаписи аутентичных коммуникативных ситуаций, где осуществляется ожидаемая от учеников деятельности, которые, то есть записи, могут послужить в качестве образцов. При этом учитель может предложить для анализа те части печатного аудио или видеотекста, в которых используется необходимая для э, последующих заданий лексика, а также речевые клише, грамматические структуры и тому подобное. Обращается внимание и на композиционные особенности текста. Ученики отбирают, систематизируют необходимые слова и фразы и практикуются в их использовании. Вторая основная фаза, так называемый task cycle, это основная фаза выполнения заданий, включает в себя следующие элементы. Непосредственная работа над заданием в парах или группах, подготовка устного или письменного отчета доклада о том, как было выполнено задание, презентация отчета о выполненном задании перед группой. Во время каждого из перечисленных этапов второй фазы учитель выполняет роль консультанта и советника. Ученики работают преимущественно самостоятельно. При этом они используют парную или групповую форму работы. Преимущество такого подхода исследователи видят в том, что подобный тип занятия обеспечивает высокую мотивацию к обучению в результате обращения к темам и проблемам взаимодействия или деятельности в реальных жизненных ситуациях. Это дает обучающемуся относительную коммуникативную свободу, расширяет кругозор и способствует развитию социальной и учебно-познавательной компетенции. Проблемные же стороны этой модели заключаются в организации иноязычного общения в рамках парной э, или групповой работы, э, в выборе, подготовке, переработке аутентичных информационных источников, ну а также в недостаточном внимании к этапу тренировки и отработки лексико-грамматических структур. Следующий тип занятия, по-русски его можно охарактеризовать как структурированное, проблемно ориентированное занятие. В целом соотносится с технологией проблемного обучения, опирается на обучение в сотрудничестве, активное коммуникативное взаимодействие между учащимся и учителем, преобладающую самостоятельную. Деятельность учащихся, и в центре внимания находится проблемная ситуация. Структура занятия, как вы видите, состоит из трех методических блоков. В первом блоке осуществляется мотивирующее начало занятия, в том числе с использованием медиа-средств. Ставится цель, вводится проблема например, на основе заранее подготовленного доклада, и происходит первое обсуждение, ну, например, брейнсторм. Второй блок. Здесь производится детальное обсуждение проблемы и поиск путей ее решения, анализ методов и средств, распределение обязанностей и заданий с указанием конечного продукта на выходе, ну, например, постер или презентация – осуществляется работа над материалами как индивидуально, так и в парах, и в группах принимается решение, формируется окончательный продукт, обсуждается в группе и происходит возврат к изначальной гипотезе постановки проблемы и учащиеся или студенты анализируют, насколько эта гипотеза была доказана, насколько проблема была решена, то есть осуществляется рефлексия. Третий блок означает перенос приобретенных знаний и умений на новые ситуации. Здесь осуществляется усиленная практика в применении как на основе рабочих конспектов, так и в ходе ролевых или деловых игр. Очень важна для такого типа занятия коммуникативная составляющая, в частности так называемый управляемый учебный разговор похожий на сократовский метод обучения, когда учитель и ученики в диалоге вместе ищут оптимальное решение. Проблемная сторона такого занятия заключается в сложности организации для педагога, поскольку управляемую беседу очень трудно провести так, чтобы достичь желаемых целей и не столкнуться при этом с непредвиденными препятствиями. Ну и также в высоких требованиях к организованности, самостоятельности и ответственности самих учеников. Переходим к так называемому открытому занятию. И здесь важно говориться, что его не стоит путать с нашим понятием, с отечественным понятием открытого урока, когда на урок приглашаются гости. Это обобщенное понятие, которое включает в себя несколько видов занятий, организованных в соответствии с технологиями, которые вы видите сейчас на экране. Основная идея открытого урока основана на том, что учитель и учащийся совместно отбирают содержание, планируют и проводят занятия. Вот давайте сейчас с вами разберем некоторые из этих вариантов занятий. Итак. Работа на станциях. Эта технология восходит к педагогическим методам Марии Монтессори. Мы уже говорили об этой технологии в предыдущих лекциях. Вкратце напомню основные особенности. В начале занятия ученики получают общий обзор станции, так называемых станций, и их содержание. Желательно это сделать на отдельном стенде или доске, Ученики выбирают интересные им станции и работают в индивидуальном режиме, выполняя задания. Рекомендуется предусмотреть так называемые контрольные листы, где будет отмечаться выполнение заданий каждой из станций. И в конце урока контрольный лист сдается учителю. В конце занятия достигнутые результаты обсуждаются совместно учащимися и учителем. Основные принципы организации этого занятия заключаются в следующем. Каждый ученик находит свою собственную учебную траекторию, каждый ученик работает в собственном учебном темпе, каждый определяет для себя свои приоритеты в содержании обучения, для каждого учащегося занятия проходит в индивидуальном режиме по индивидуальному плану, который формирует сам ученик, учитель выступает в роли консультанта и... Материалы, которые используются, должны иметь деятельностную направленность. Переходим к следующему занятию. Свободная работа. Этот тип урока также восходит к методам Монте-Сори. Основной принцип заключается в свободном выборе вида работы. Перед учеником расположены разнообразные материалы, из которых он сам выбирает наиболее интересные для него и выполняет задание. Такое занятие лучше всего подходит для закрепления и повторения ранее пройденного материала. И рекомендуется одно-два занятия подобного типа в конце раздела. Следующий э, вид урока, собственно, это даже не занятие в классическом понимании, это свод, перечень обязательных и факультативных заданий для учащегося и месячный план их выполнения. По истечении месяца один из уроков посвящается презентации результатов. Предполагает построение индивидуального учебного плана по предмету, организацию учебного процесса на основе индивидуальных рабочих листов. Ну и, как я уже сказал в конце, какой-то урок посвящается обобщению. И последнее, проектная работа, проектное занятие. Об этом мы уже подробно говорили проектную работу мы подробно разбирали в лекции о технологиях обучения. Идем дальше. Так называемый по-немецки «fachübergreifender» и «fächerverbindender Unterricht». Такой тип урока можно охарактеризовать как метапредметное, междисциплинарное интегрированное занятие. В немецкой дидактике термин «fachübergreifender Unterricht» обозначает вид интегрированного занятия, в котором обучение опирается на тему основной дисциплины. А содержание других коррелирующих дисциплин расширяет основной предмет. Ну, например, подключение географии, истории, искусства и так далее, к проблематике урока иностранного языка. А вот э, междисциплинарное занятие в центре внимания этого занятия находится определенная тема как аспект предметного содержания, который рассматривается в перспективе уже нескольких различных дисциплин по возможности параллельно. Ну и вот вы видите примеры тем для подобных занятий. Как нетрудно заметить, для таких уроков наилучшим образом подходят глобальные темы и проблемы, а сами уроки дадут наилучший результат, если будут основаны на принципах и характеристиках глобального образования. Планирование серии уроков предполагает определение учителям содержания занятий и их материального обеспечения на какой-либо период учебной работы. Перспективное планирование предусматривает последовательное распределение учебного материала во времени с учетом основных закономерностей формирования и преемственности развития соответствующих навыков и умений. Планирование охватывает все виды обучающей деятельности по иностранному языку. Ряд важных методических рекомендаций по планированию серии уроков приводится в пособии Михаила Константиновича Денисова, который называется ⁇ Практическая методика обучения немецкому языку ⁇ С некоторыми из этих рекомендаций мы сейчас познакомимся. Итак, для планирования учебного процесса важно, Знать цели обучения и требования к уровню владения навыками и умениями для каждого класса в школе данного типа. Знать методическую концепцию автора учебно-методического комплекса. Знать компоненты учебно-методического комплекса для данного класса. Знать условия обучения, возрастные, психологические особенности школьников. Основные этапы формирования речевых навыков и умений учитывать уровень владения языком в данном классе и общий уровень развития. Для правильного планирования уроков по теме необходим тематический план. Он позволяет представить ясную перспективу работы по теме, так как материал заранее распределяется на весь цикл уроков, помогает определить роль и место каждого урока в цикле. Ну и таким образом тематический план определяет промежуточные цели обучения, объем языкового и речевого материала, последовательность его усвоения в рамках темы или раздела и позволяет контролировать своевременное прохождение учебной программы. Для правильного решения данных вопросов и для создания преемственности между уроками необходимо учитывать сложность темы, то есть тема может быть разбита на подтемы, речевой материал, который может сокращаться или дополняться в зависимости от условий обучения. Размещение упражнений в нужной последовательности, взаимосвязь разных видов речевой деятельности, систематическое включение материала для повторения в зависимости от успешности его освоения в данном классе, дозировку нового материала и дозировку задания на дом. Уроки в тематическом плане представлены во взаимосвязи и во взаимозависимости. Для создания тематического плана необходимо проделать следующую исследовательскую и конструкторскую работу. Определить характер и объем языкового материала. Изучить методические рекомендации авторов УМК и спроектировать цель каждого урока с учетом этапов работы над материалом и программных требований предусмотреть необходимые виды работ, определить виды и характер упражнений, спланировать домашнее задание, продумать необходимое оснащение урока техническими средствами и наглядными пособиями, и учесть специфику работы в каждом классе, то есть уровень подготовки учащихся, их познавательную активность, умение выполнять определенные виды работ, упражнений, ну и, собственно, общий интерес к предмету. Тематический план имеет определенную структуру, в которой выделяются типы вид урока, цели урока, языковой и речевой материал, виды речевой деятельности, оснащение урока, домашнее задание. Иногда включаются такие разделы, как объекты контроля и самостоятельная работа учащихся. Тематический план позволяет видеть цикл уроков по теме в целом, и поэтому он намечает наиболее эффективные пути и средства достижения промежуточной цели обучения. Он, конечно, не может заменить план-конспект урока, так как каждый урок нуждается в определенной конкретизации. Но если конспект отдельного урока имеет тактическое значение, то тематический план выполняет стратегическую функцию. Вот давайте сейчас посмотрим пример тематического плана из уже названного мной пособия ⁇ Практическая методика обучения немецкому языку ⁇ Итак, мы видим тематический план для э, 9 класса, разработанный по теме, которая называется «Die Zukunft beginnt schon jetzt. Wie steht's mit der Berufswahl?» И вот давайте посмотрим, какие же элементы представлены в данном тематическом плане. Мы видим с вами столбик, где подробно описаны цели и задачи соответствующего урока. Далее следует языковой и речевой материал, отдельные внимание уделяется оснащению урока. И дальше фиксируются упражнения, которые выполняются на соответствующем уроке для развития тех или иных видов речевой деятельности. Далее отмечаются используемые упражнения для организации контроля навыков и умений в рамках этих видов речевой деятельности и планируемое домашнее задание. И вот Таким образом, этот материал, описание материала вот в таком виде представлено для всех уроков, которые запланированы по данной теме. А мы здесь с вами слева видим номера этих уроков, собственно, что планируется для какого урока, какого по счету в рамках темы. И вот мы с вами видим, что в целом учитель запланировал проведение 16 уроков по данной теме. Ну что ж, теперь обратимся с вами к текущему планированию, которое представляет собой разработку планов отдельных уроков. Необходимо помнить о том, что поурочный план это рабочий документ учителя. В нем дается формулировка темы урока, его цели, разрабатывается содержание урока, его материальное обеспечение. На экране вы видите обязательные компоненты плана конспекта. Это указание класса, название темы, формулировка целей, оснащение, представление хода урока в табличной форме, а именно этап и его задачи, содержание, действие учителя, действие учащегося и время. Вот так выглядит общий макет конспекта. В самом начале преподавательской деятельности особенно важно как можно подробнее его заполнять. Подробно описывайте задачи урока, чтобы иметь четкое представление о каждом из планируемых результатов. И также проверяйте себя, где именно, на каком именно этапе с помощью каких упражнений достигается та или иная задача поскольку не должно быть пустых скажем так задач да, когда вы какую то задачу ставите а потом оказывается что на самом деле она у вас на уроке нигде не достигается подробнейшим образом описываете свою речь свои комментарии к каждому заданию вот, в частности в графу действий учителя Следите за тем, чтобы ваша речь была правильной, лаконичной, доступной для учеников данного класса. В стрессовой ситуации урока вы можете просто забыть, что хотели сказать, начнете волноваться, импровизировать, и в результате речь станет сбивчивой или слишком сложной, а ведь говорить вы должны исключительно на иностранном языке. И это сразу же повлечет за собой непонимание. А в конспект вы можете в любой момент заглянуть и вспомнить, что и как хотели сказать. Каждое ваше слово, каждая интонация должны быть заранее продуманы, а еще лучше прорепетированы. Обратите внимание на графу действия учащихся. Здесь пишите себе подсказки, что вы ожидаете от учеников в данный момент урока. Важно также помечать для каждого задания формы и способы организации работы над ним, в частности, вот в этой графии. Одно и то же задание, как мы с вами понимаем, может быть выполнено фронтально, индивидуально, а можно его выполнять в парах или в группе. Конечно же, при этом его необходимо трансформировать так, чтобы оно наилучшим образом подходило для той или иной формы. И в зависимости от этого можно добиться разного эффекта в выполнении одного и того же задания. И вот если у вас в конспекте собственно, будет отмечено, в какой форме вы планировали выполнить то или иное задание, вы это уже не забудете опять же в стрессовой ситуации на уроке. Не забудьте отмечать время, которое вы отводите на тот или иной этап, и даже на каждое отдельное упражнение. Особенно если вы в первый раз после долгих вузовских пар идете на педагогическую практику, поверьте, 40-45 минут урока будут пролетать неожиданно и непривычно быстро. Если вы не будете скрупулезно следить за временем, вы мало что успеете из того, что запланировали. Причем советую вам записывать не количество минут, которые вы отводите на упражнение, а период времени, например, 12.34-12.37. Так легче себя контролировать по часам. Само расположение вот этих столбиков в конспекте, оно не является каким-то жестким, вы можете это сделать так, как удобнее вам, как вам будет лучше работать с конспектом во время урока. Конспект урока будет требоваться вам всегда, всю вашу преподавательскую карьеру. Ни один самый опытный и профессиональный учитель не идет на урок без заранее разработанного конспекта. Конечно же, когда вы уже станете опытным учителем, вам не придется на каждый урок писать конспект вот в такой подробной форме. Но чтобы набраться этого опыта, необходимо на первых порах именно так подробно расписывать каждое свое занятие. Имейте в виду, что составленные один раз конспекты, наверное, к сожалению, не будут служить вам всю жизнь. Конспект вы составляете под конкретную группу детей. Но в следующем учебном году у вас будут другие дети, и с другим темпераментом, с другими отношениями в группе и так далее. И то, что было хорошо для предыдущей группы, может совсем не сработать с другими детьми. Будьте готовы к тому, что подготовка к каждому уроку даже у профессионала занимает часто в два раза больше времени, чем длится сам урок. А на первых порах подготовка к 45 минутам занятия может занимать до 6-7 часов, и это безо всякого преувеличения. Возвращаясь к пособию «Практическая методика обучения немецкому языку», хочу порекомендовать вам примеры конспектов, которые приведены в приложении этого пособия. Они, конечно, составлены по прежним стандартам, поскольку пособие было подготовлено еще в 2009 году. Ну, вот, например, формулировка целей. Но это достаточно формальные вещи, а по существу это методически очень грамотные планы, которые наверняка будут вам полезны. Особенно если вы преподаете немецкий язык как иностранный, но и не только. В любом случае вы можете их взять за образец, за опору, вне зависимости от того иностранного языка, который вы преподаете. Обращение к эмоциональной составляющей урока чрезвычайно важно. Эта проблема в последнее время затрагивается все чаще в работах методистов. Хочу обратить ваше внимание на статью Татьяны Борисовны Павленко в журнале «Иностранные языки в школе», где описаны факторы аффективной организации урока. Автор ссылается на теорию лингвиста Стивена Крашена, об аффективных фильтрах или эмоциональных барьерах при изучении языка. Существует несколько факторов положительного или отрицательного влияния на изучение языка в зависимости от наличия или отсутствия эмоциональных барьеров. К этим факторам относятся мотивация, тревожность, уверенность в себе, эмпатия. Задача учителя работать с каждым из этих факторов, обеспечивая в нем положительный эмоциональный заряд. Как же это сделать? Автор статьи рекомендует использовать эффективно ориентированные методы. Рассмотрим некоторые из них. Метод актуализации эмоций. Преподаватель разными способами организует осознанное студентами управление своими переживаниями осознание своих переживаний актуализирует эмоции. Метод акцентирования эмоций. Преподаватель организует осознание студентами объекта изучения через словесное описание и оценочное суждение. Метод эмоциональных контрастов. Преподаватель, высказывая противоположные мнения, обостряет у студентов переживания эмоций, заставляет задуматься над своими переживаниями и сформулировать свою точку зрения. Метод эмоционально-сенсорного воздействия. Преподаватель побуждает студентов или учащихся реагировать эмоционально, воздействуя на сенсорику. Метод побуждения к сопереживанию и метод положительного подкрепления. То есть любое поведение можно усилить с помощью похвалы. Также для создания позитивной атмосферы на занятиях автор дает э, следующие рекомендации, которые обобщены на слайде. Принципиально важно уделить внимание речевому поведению учителя. Ведь именно речевое поведение, ну, собственно, как во многих случаях, в том числе и не речевое, во многом способно определить и обеспечить ту самую эмоционально благоприятную атмосферу. Ну или наоборот, стать причиной эмоционально неблагоприятного климата на уроке. Проблема формирования речевой культуры учителя настолько важна и многогранна, что ей посвящают отдельные исследования. Ну а сейчас мы остановимся только на самых основных моментах. Прежде всего, хочу еще раз обратить ваше внимание на то, что основная задача учителя – всячески стимулировать речевую активность учащихся. Сам учитель говорит только тогда, когда нельзя не говорить. Учитель должен приучать школьников к иноязычному речевому поведению. Чаще всего учитель – это именно речевой эталон для школьников, ведь очень часто у них нет других образцов живой иноязычной речи, то есть других партнеров по иноязычной коммуникации. Хотя, конечно, в наше время эта ситуация постепенно меняется. Но и все-таки ученики опираются на речевое поведение своего учителя. И поэтому, если учитель будет общаться с ними на родном языке, он не приучит их к иностранному. Основой речевого поведения учителя является безупречное владение ситуативными элементами повседневной классно-урочной коммуникации. И сейчас я снова обращаюсь к пособию ⁇ Практическая методика обучения немецкому языку ⁇ которую я в течение сегодняшней лекции уже неоднократно цитировал. Обратите внимание на приложение номер 6 в этом пособии ⁇ Ситуативные элементы урока и структуры классного обихода на немецком языке ⁇ Здесь вы найдете подробнейший перечень типовых фраз для учителя для речи учителя с их переводом на русский язык. Вот давайте просто пробежимся взглядом по основным разделам этого списка. Начало урока, представление, организационный момент, цель, зад... проверка домашнего задания, работа у доски, работа с текстом, фонетические задания, письменная работа, работа с лексикой, перевод устные задания, постановка домашнего задания, окончание урока, дисциплина, похвала, порицание общие комментарии и инструкции. Ну, собственно говоря, полагаю, что этот перечень может послужить хорошей основой для организации, в том числе, разных видов методических упражнений. Ну и даже если вы занимаетесь не немецким языком, как иностранным, все равно это, этот перечень может представлять для вас интерес просто для того, чтобы посмотреть. Список тех фраз, которыми необходимо владеть, и потом уже самостоятельно перевести их на э, тот язык, который вы преподаете. На этом мы заканчиваем сегодняшнюю лекцию. Сейчас на экране вы увидите список основных работ, которые мне хотелось бы порекомендовать вам по данной теме. Ну а в следующей лекции мы разберем конкретные примеры э, планирования уроков для разных возрастных групп школьников. Спасибо, что смотрели эту лекцию. Всего доброго!